Здравствуйте, ребята! Меня зовут Ирина Геннадьевна. Я воспитатель школы 1517. Приглашаю вас в творческую мастерскую. Сегодня я хочу вас научить делать божьих коровок из бумаги. Для этого нам понадобится черная бумага, красный лист, зеленый лист, а также ножницы, маркер черный, простой карандаш, клей-карандаш и крышки побольше и поменьше. Ну что, приступаем? Какая замечательная получилась у нас картина. Желаю вам, ребята, творческих успехов. До встречи!